Буквально на днях ей исполнится 53. Она не смогла стать знаменитой актрисой, как ее отец, и прогреметь на всю страну. Но зато обрела женское счастье, вышла замуж и родила двоих детей. Как сложилась жизнь единственной дочери Вячеслава Тихонова и кем она стала сейчас? Она родилась во втором браке знаменитого на всю страну Штирлица с переводчицей Тамарой. Старшему сыну от народной артистки СССР Ноны Мордюковой было в тот момент уже 19 лет. И Вячеслав Васильевич посвящал все свое время новой семье, особо не общаясь ни с сыном, ни впоследствии с внуками. Тем более, когда сына Владимира не стало, актер умер на 41-м году жизни, оставив после себя двух сыновей от разных браков. А наша героиня тоже пошла по стопам знаменитого отца. Она окончила в ГИК и даже снялась в 12 картинах. Но на этом ее фильмография закончилась. Анна поняла, что ей больше интересен сам процесс съемок, а не работа актрисы, и стала продюсером. А вот родила сыновей-близнецов Анна только в 36 лет. Ее первой любовью стал режиссер Николай Вороновский, который старше нашей героини на 7 лет. Они познакомились в театральном институте в то время, когда Аня была еще студенткой. Но молодой человек поехал работать в Канаду, а его возлюбленная осталась в России строить карьеру. Только через 12 лет сама судьба свела их вновь. Николай вернулся на родину и первым делом позвонил Анне. Они встретились и больше не расставались. Сейчас у супругов уже взрослые сыновья. Вячеславу и Георгию уже по 16 лет. Все-таки есть что-то во взгляде мальчиков от Вячеслава Тихонова, как вы считаете?